Ребятки, еще раз всем привет. Покажу вам красоту. Наш вид на море. Сейчас теплоход покажу, где плывет. Вот, ребят, плывет теплоход. Экскурсия вдоль набережной. Вот такой у нас прекрасный, ребята, замечательный вид на море. Ой, на море и на горы, как видите. Видите? Все Лазаревское видно. Так, ну а мы идем купаться на море. Анюта будет первая воду сейчас проверять. Рома будет первый проверять. Нет, Рома первый не будет. Либо Вероника, либо... Рома трус. Нет, я не хочу просто. Мужик называется. Пошли. Мурчик будет проверять. А где Мурчик стать? Ой, боже, вот наш Мурчик. Мурчик, ты как? Лапочка наша. Ребят, наши хоромы. Еще раз показываю, где мы снимаем номер. Так, балкон закрывай, Вероника. А то Мурчик опять убежит. Эта штука заряжается. Вот эту штуку надо поставить на зарядку не здесь. Она уже зарядилась, походу, да? Да, зарядилась. Все, идем. Так. Котяк. Так, не выпало. Все, пойдем. Закрыли, чтобы кот не убежал? Я закрыла. Пойдемте. Вероника, идем. Короче, ребят, сейчас вам покажем пляж. Все. А когда я плитку отключила, все? Я даже не взяла. Газ отключала. А ты будешь купаться, Вероника? Не, мне надо купить. В смысле? Пальчиком. Так, погнали. Верну чача. Вот у нас, ребят, даже продается чача, но все, короче, есть на месте. Это даже стиралка будет стирать. Сейчас стиральная машинка стирается. Рома костюм стирается. Ты все раз подключала, Рома? Какие у нас лифты здесь. На первый поедем этаж. Даже здесь есть на коридоре, ребят, видите, с балкона. Видите, тоже видно море. Мы, ребят, вышли. Сразу на пляж. Хорошая вода, какая? О, тут тепло, кстати. Видите, у нас сразу пляж. Вот, ребята, наш отель, наша гостиница. Так она выглядит. Так, где Анюта? Вода, давай попробуем, теплая или нет. Ань, теплая. Ага. Да, иди, купай, все. Я тебе спросила, они же поехали, а ты ответили? Да, да, а так, говорит, Сами, аж это. Теплая. Я тебе купаю купать. Теплая, мам. Я могу плавать? Можешь идти, Вероник, плавать. Так, Анюта, ребят, пошла в воду. Смотри, 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 как она идет. Да нет, теплая, дети. Ой, боже мой, какая. Давай, мам, залазь. Ты тоже идешь? Нет, я хочу выпить. Меня будет водить. Кого будет? Иди к маме купайся. Так, будет, она зайдет, нет? Аня никак не размочится, ребят. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Ну, что так долго?
Иди ты сюда, сюда. Давай, Аня, давай. Ну, что она думает? О, все, размочилась. Все, мама размочилась. Смотри, даже плывет что-то там. Вероник, иди. Я купаться не буду. Почему? Да купаюсь, надо взять, говорю. Ага. Папа, где ты купаешься? Наш отель. Ты в шортах тоже. Не-не-не-не. Я не хочу, я боюсь купаться. Мне прохладно. Дай камушки собирать. Какой, ребята, здесь булыжник. Аня спокойно зашла. Ну, не спокойно, но зашла в воду. Все. Не, я лучше не пойду, пока воду. Я люблю тепло. Вот видите, на заднем входе, ребята, наш отель, что мы снимаем. Вероника. Че, Вероника, как тебе водичка? Я купаться. А я бы не сказал, что она холодная. Не холодная, да, она теплая. Я хочу купаться, не купаться. Я думала, вода будет холоднее. Оказывается, нет. Не так... теплая. Теплая, ребят. Вода теплая сейчас. Да, теплая, теплая. Купаться хочу. Помню, купаться. Вот такой у нас, ребят, пляж. Вот. Там далеко колесо оброждения. Там развлечения. О! С другой стороны горы. Вот. Вот. Вот сколько людей сейчас. Вероника, купаться хочет, Вероника. Мы пойдем купальник. Купальник? Купальник? А да. Где твой купальник? Да он не уже маленький. Маленький. Ну купим, сейчас пойдем. Сейчас пойдем и купим. Вода вот. Вода вот. Аня говорит, люкс вода. Вот я знаю. Купим, купим. Ну что вам, как вода? Ну вода поначалу холодно, а потом уже нормально вообще. Ой, как ноги плавала. Нормально. Нормально? Да. Воду лечить. Нормально, вообще супер прям. Даже не холодно, я думала, она вообще крышеная. Поначалу ноги намочила, холодно. А потом сразу только размочишься, все нормально. Сейчас идем в магазин покупать. Особо там прям не холодно, так тут холодно. Я думала, что вообще будет холодно, а то нет. Вон дети даже вон болтаются, посмотри. Ты за мне за покупочкой. Плавать что-то. А мне нужно будет купальник снять. Я тоже ноги помочил. А вон есть, вот это переодеваться. Пойдемте, я там переоденусь. Где? Вот переодевалка, вот прям у нас. Ну да, вот мне надо туда пойти переодеваться. Потому что в это нельзя заходить. Неси одежду дому. Я хочу. Не, я ноги тоже помочил, я поболтал буду. И все. Я ноги поболтал и все, мне пойдет. Аня у нас вообще ничего не боится. Пошла купаться и все. Я тоже не боюсь плавать. Ты тоже не боишься плавать? Да. Точно? Да. Или боишься? Не боюсь. А ты хитруга мала. Ну вот, ребята, такие пляжи. Пляжи чистые, чтобы вы понимали. Мусора нет, все убирается. Скоро здесь будут расставлять лежаки, сдавать в аренду. Ну, все как положено. Класс, вот. Вода ничего не холодная. Идемте. Чего мы раньше не ездили в этот месяц? Вообще супер прям. Ну, жарище да. Такое нет, не палит. И днем можно себе в обед даже ходить купаться, да? Сейчас плюс, 22. Да, не надо ждать прям, когда солнце зайдет, чтобы не так парило. Вообще супер прям. Ничем не пожалела даже ни на 1%, что поехали в этот месяц, а нет. Да? Конечно, ну вот, видишь, что, вода вообще нормальная. И дешево по цене, да? Летом просто она жаркая, а сейчас она чуть-чуть, так знаешь, поначалу прохладнее. А потом супер. Вообще класс. Мелочки надо купить.
Это вот можно, ребят, ходить по гравейке, а можно ходить смотри, сколько, вот покажи, так по набережной. Вот плавать, смотри, я показал, смотри, я показал. Сколько детей. Люди сидят. Вот, я показал. Куда мы идем? Идем в Гранике купальник, надо посмотреть. И этот. И мне очки, наверное, посмотрим. А я что? Сильно сморщусь. Я думал, ты сначала домой и пойдем туда. Зачем? Да? Подниматься? Я-то с пакетом пойду, ты что, полотенце и купальник. Ну, пошли. И плавать буду еще. Вообще классно. Я думала, что мы плавать не будем, если честно. А тут вот прям ничего не это. Главное только в обед идти, не с самого утра, чтобы вода немножечко сверху, она теплая. Вот чуть дальше, ближе к центру. Ребят, всякие столовые будут сейчас открываться. Купаться запрещено. Что купаться? Там купаться, корабли отсюда открывают. Всякие кафешечки. Экскурсии отсюда открывают, там купить нельзя. Да нет, ко мне. Вот, ребят, всякие кафешки, можно посидеть. Это мы идем вдоль набережной. А где ваши купальники? Ну, это вот сейчас сюда в младенчике должны идти. Когда сюда идут, в младенчике сюда. Или дальше, да, сюда. Вот сюда в младенчике. Да, пошли. Вот сюда один младен только. Нет, смысла туда нету. Надо туда идти, там смысла нет, там что-то закрыто. Не, вот, там нет. Пойдем, пройдем, посмотрим. Все, вот это вообще все. Это самое мое любимое дело. Косить. Вот здесь мини-базарчик. Да, покажи цены, вот на ноябре, вот, по 200 рублей смотрела. Идем за... И такие, вот, зачем мы идем? Басалашки. Вот, ваши косы. Ну, а давай посмотрим. Спроси. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотри, какие... Где выбирай, спроси. Спроси и пойдем, ценник. Какие-то красивые. А сколько у вас стоит? Где его? 2,5. Вот. Такой рынок здесь в Лазаревском, ребят. Все продают. Чай, мед, футболки. Еще много закрыто. Что? Сейчас найдем, где ваши купальники. Там вот котерки эти, там купальники. А? Там магазины детские есть, это всякое. Вот ваш магазин. Вот. Вот ваш магазин купальников. Идите. Ну спроси, детские есть. Ань, все, вот мы на рынке, ребят. Здесь такие всякие фигурки. А, возле столовой, вот столовая. Мы здесь ели, она еще не открылась. Да, тут плов продают, чебуреки, все такое. Ну это прям мини-рынок у моря. Вот еще купальник. Это я хороший купальник. Ну, еще купальник купить. Это же, чтобы купить там всякие... Сколько они стоят? Босоножки, ножки, кроксы. А почем у вас такие тапочки? 500, ну... Какой размер у нее? 36 надо. У меня из розового цвета покупали. Короче, все здесь можно купить, чтобы вы понимали. О, по 500 рублей всякое. Ань, идем сюда. Ань. Вот, ребят. Всякое это индийское что-то продается. Я даже не знаю, что такое. Я первый раз такое вижу. А, это, наверное, Hare Krishna. Что-то индийское. Это, наверное, ребята, магазин, это где... Ну, кришнаиды, я так думаю. Я, честно, здесь первый раз. Раньше этого не было. Не знаю, что такое. Что-то очень интересное. Так, где наша Анюта? Аня, все закупки. Не угомонится. Круг купили в Веронике. 403. 01.
95. Да, вот как раз, мам, вот. Да, да. Сергей он. М, да? Мам, да, он. Мам. Мам, его Бир, да? Да. А, его берем. Нравится? Да, да, да. Его берем. Надо будет да. подкачать тихонечко. Немножко подтянется. А мы его берем. Все, спасибо. Спасибо. Хорошего вам. Спасибо. Довольно? Да, да. Я плачу. Все. Кровь купили. Вот смотри, смотри, вот такую доску, Вероника. Лучше, не? Все? Блин, это этикетку. Этикетка. Купили круг. Требуется персонал. Повар сушить. Короче, разные, сейчас очень много на работу требуется здесь, да. Сюда. Очень много. Прям Вероника вот, сюда. Короче, рынок идет прямо аж до набережной. Я вообще есть хочу. Вот смотри, столовая. Сейчас бы что-нибудь бы поела. Мы еще сегодня, еще ничего не ели. В столовую мы пойдем, ну, когда пойдем в парк. Да, да. А мы в этой столовой были когда-то, да? Да, уже были в этой. Супчика какого-то надо поесть. Супчика, может, ты нам сама приготовишь, не? Ну, все равно, можно и сейчас. Я же сейчас буду готовить, то идем домой, я буду супчик нет. сейчас готовить. Короче, купили мы, ребят, круг Вероники, теперь Вероника. Теперь Вероника тоже надумала купаться. Думала, думала. А ты сигареты взяла? Да, я не думала, я дала. Думала, думала и наконец-то надумала, да? Будешь долго булькаться или недолго? Это конфетка открывается. Увидела браслетики. Вот это красивое, фиолетовое пиво. Угу. Пойдем туда кружки посмотрим. Здесь такие красивые всякие. Зайди туда. Я не рада. А, еще есть такие варианты. Но эти у меня были, они нет, слабые. Они нет. Ага. А вот, это кружки. Вот кружки с именами. Всякие. С именами вот такие. А, именные, да? Да. А почему они? Карина. А что-то ценника нету, что ли? Вот это парень красота всякая. Кошечки по 500 рублей. Такие из дерева. Легенькие, легенькие. А вот, вот, вот это мне интересно. 2000 стоит. А вот, 2000. Вот столы, вон, видишь? Так как а у нас, вот сколько я это брала? Вот такой столик длинный, где бутылка ставится. Смотри, какое качество хорошее. Такое, как, 2000, мне, да? Как меня дома брала. Как я дома брала вот такие столики. Кошечки, мурчики. Я называю это мурчики. Это, Ром, это большие. Посмотри, есть маленькие. Короче, на сырно и пиш лазаревская. Вот такая вот. Типа тут сыр, орешки кушать. Все такое. Это 700 рублей. Такая вот больше. Красивая. Это, смотри, есть много где вот таких айлочков. В середине вот можно и так. Угу. Я не вижу, что у нас. Дай я покажу мурчиков. Рома, смотри, кусочком сыра сделано. Типа как кусочек пиццы. Угу. Интересно, да? Ты продаешь? Часики. Это часики, да? Вероник, смотри, какую я классно нашла. Сувенирный магазин, ребят. Вот море, часы. Дай посмотреть. Для Чинаха, Ваня, смотри. Горшочки, да? Да. О, нам вот такую тему. Ну, думаю, покажи. Посмотри, один большой можно вот такой взять и готовить эту. Вот такую нам одну большую надо, наверное, да? А, нельзя трогать? А, ну ладно. Только можно так вот смотреть, да? Только открыть крышку. Все есть. Красиво. Зеленый, да, статуэтки. Вообще, смотри, вот это тоже красиво, слоники. Смотри, малюсечки большие. Ой, вот это, смотри, тоже красиво очень. Ром. Ром, смотри, вот это варианты, какие красивые. И вот, смотри, даже красиво. Вообще красиво. Смотри, какие разные. Руками трогать нельзя. Вообще красота, да? Конечно. Всякие сувениры очень. Что, зайчик? Маленький. Мне вот это нравится. Я запишу. Знаешь, какие? Ну, смотрите, белые. И да, вот эти, то есть, нет, либо вот это. Смотри, танцует, да? Интересно, да? Да. Смотри, зеркало. Нет, память трогай. Написали. Да? Аня любит тебя. Вот.
А? По 100 рублей, 101 ночь. А, кстати, вот этот чай вкусный, 101 ночь. Может, мы возьмем одну? 101 ну, ночь? Возьми. Подожди, можно я выберу? Переводом на наличку не надо. Мама, нам наличка взята, чтобы да. Не переводом. Ну, а вот еще есть чай, смотри. Вот на наверное. Вот на россыпь тебе еще есть чай. Как мне нравится. Ну, это мы будем брать перед тем, когда мы едем как минимум. Ну, это, кстати, вкусно классно. Это черный, да, чай? Да. Зеленый хотите? Вот, вот это вкусно классно. А можно вот этого, значит, получается? Это 150 рублей, да? Стаканчик. Вот этого, значит, и вот этого. 150 рублей. А стаканчик? Да. И, наверное, с каждой ночи это... Да, вот это, вот это. Так, ребят, теперь Вероника идет купаться. Круг мы купили. Ой, горячо, давай еще. Давай, иди купайся. А ты обувь ее бывай? Да, бывай, обувь, иди купайся. Взяли такие кроксы, да, или как они называются? Не знаю. Кроксы? Ножки, наверное. Для купания. Так, за кроксы мы заплатили 350 рублей, вот такие. Да. За круг мы заплатили 400 рублей, да? Нет, 300. 300, круг, да? И Вероникин купальник, сколько обошелся? 500 рублей по акции. Вероникин купальник. Распродажа. Да, 500 рублей по акции. 500 рублей, а стоил 1000. Что, она не боится? Не боится в воду заходить? Да нет, видишь, то, что ты стышь. Мама. Ты всегда, а взяли чаи? Чаи а, взяли. Чаи покажи, какие мы взяли. Взяли, короче, 50 рублей один стаканчик стоит. Так, вот этот 1001 ночь 100 рублей стоит, вот этот 1001 ночь вот такой. А в стаканчиках, ну, не, вот, по стаканчику 50 рублей, вот это вот 50 рублей. Взяли один такой, просто запахи очень красивые, тут цветами, какие-то цветы, красная роза и розовенькая роза. Ну, попробуем, на пробу взяли, сказала, что вкусно, придем еще. О, смотри, она уже бофтается. Ой, так быстренько прям, даже быстрее мамы даже. Этот, она прям... Это не то, что ты боишься, а ребенок, смотри, себе бофтается. Бофтается? Видишь, как быстро? Вот бери пример, Рома. Не, я сегодня не готовлюсь. Ну как ты не готов? Вода же не вперёд. Еще такая штучка Вероники до купальника идет. Вот такая накидочка еще идет красивая, смотри. Такой накидочкой, интересно, по дому ходи, да? Очень красиво прям. Вообще цена этот закупает. Пока, ребят, Вероника купается. Мы сидим, загораем, смотрим. Либо вот так фоткаться. Либо так. Тогда нормально будет вот так вот сердечко, ребят. Потому что глаза прям слипят. Слепит? Слепит, да, глаза вообще. Короче, показали мы наш пляж, чтобы вы увидели, какой у нас. Показали рынок. Немножко, да, который прямо у самого моря. Вот, сейчас пока все дешево еще, но с каждым днем. Но с каждым днем цены будут расти. Когда чем сезон ближе, тем и ценник будет расти. Да. Да. Так он сейчас не дешево. Вот, обязательно снимем видео, как мы в горы пойдем, в водопады. Ну людей, да, людей вот, много. Сторону, да я показывал. Много. Вот, ребят, сколько людей сейчас. Да, но все равно кстати, есть. Один момент, когда воду, вот обручальное кольцо лучше снимать, потому что я вот плавала сегодня, и кольцо вот так вот отлазить, легко можно потерять в воде, поэтому лучше его снимать. Прям потому что может лететь легко и просто, именно колечко обручальное. Или вообще кольца, любые кольца лучше снимать. Да? Потому что оно его вообще расслабляет палец, и оно вот так вот вылазит, а оно легко и, ну, и, да. И пошло. Сильно они защипаются хорошо, и цепочки, а вот уже и браслет. А уже этот, то уже лучше снимать. Так, из дома нужно будет снять, и этот, из дома лежит. Узнали, сколько теплоход стоит? Теплоход стоит 1700 рублей за человека на полтора часа поплавать. Да, вот у нас бумажку они дали. Дорого, конечно. А детям до 10 лет 1000 рублей. Детский получает только 1000 рублей. А взрослые до 10 лет. Да. Это срок до 10 лет. И вот время полуторачасовой рейси. С 9 до 13, с 15 до 17.30 последний. Ну, Вероника идет. Рыбак 1700. Искупалась? Холодно? Ну, шторм мало поставила.
Холодно? Нету там жуков. Короче, ребят, сняли для вас видео. В общем, ждите новые видео от нас. Ну, как всегда. До новых встреч. Пока-пока.